И уникальное предложение сегодняшнего дня. Только на один день снижена цена до 1990 рублей на тюль, который фантастическим образом превращает наш дом в абсолютно новый, обновленный, светящийся, яркий и позитивный, теплый. И этот тюль называется «Яркие розы». И вы только полюбуйтесь, насколько же это блистательное предложение актуально сейчас. Оль, ты очень правильно сказала, что буквально один тюль может полностью преобразить ваш интерьер, как он сделал в моем доме. Я повесила данный тюль в своей комнате. Вот, посмотрите, ехала в новую квартиру, темная комната, скучная, но как только в ней появляется тюль, сразу появляется много света. Комната становится визуально шире, но и, конечно, она становится более нежной, а за счет золота еще и более роскошной. Ведь это не просто тюль, это жаккардовый тюль. Посмотрите, насколько необыкновенный дизайн. Блистательные пайетки, что мне очень нравится. Еще и декоративная лента украшена люрексом, благодаря которой мы еще и получаем такие необыкновенные розы. Выбор эксперта. Екатерина Архипенко выбирает для себя тюль «Яркие розы» в золотом исполнении. Кася, ну сколько же здесь роскоши. Какой он огромный. Какая здесь ширина? Олечка, здесь у нас хорошая ширина, 3 метра. Шикарный размер. И хочу сразу отметить, что даже данный тюль, я бы, допустим, дополнила портьеры тюлем. Так. Но мы можем его использовать как самостоятельный за счет того, что, посмотрите, он у нас полностью весь задекорирован пайетками и необыкновенными розами из декоративной ленты и люрекса. Эффект ручной работы. Ну, сразу вопрос. Катя, очень смотрится здорово, просто смотрится необыкновенно. Знаешь, как будто платье расшитое дорогостоящими дорогими камнями. Ну, насколько это надежно закреплено? Ну, чтобы мы были уверены. Оля, в этом можно даже не сомневаться. Все закреплено необыкновенно надежно. И прямо сейчас я вам это докажу. Итак, вы видите в данный момент розы, вы видите пайетки. Давайте поэкспериментируем. Так, давай, что давай. Же будет, если их хорошенько потереть? Вуаля, ничего не произошло, потому что у нас надежно закреплены пайетки, они не приклеены, они пришиты, что очень важно. Это здорово. У нас вышивка, эффект ручной работы. О, я думала, это чисто вручную пришито, потому что до чего аккуратно, качественно, надежно и блистательно выглядит тюль «Яркие розы». А теперь, внимание, заказывая два тюля, вы получаете с бесплатной доставкой. Набирайте наш номер телефона, сделайте свою первую покупку прямо сейчас. Это уникальное предложение, оно не повторится. И полюбуйтесь, как изменится ваша квартира, как изменится ваш дом. У нас есть два дизайна, золотой и серебряный. Какой дом ты рекомендуешь? Оль, ты знаешь, я рекомендую для теплых оттенков, для теплых домов, конечно же, золотой тюль. А для дома, который выполнен более в холодных тонах, я рекомендую выбирать именно серебро. Что очень важно, данный тюль, он прекрасно подойдет не только для гостиной, но и, конечно же, в том числе и для спальни. И у нас, что очень приятно, два цвета на выбор. У нас есть золото, но и для любителей белого золота у нас есть серебро. Какой выбираете вы? Но я, как эксперт, рекомендую выбрать вам сразу два. Для того, чтобы создать единый образ вашего дома, но подчеркнуть индивидуальность каждой комнаты. Ой, а мне нравится больше серебро. Вы посмотрите, какой освежающий, какой красивый он, белоснежный. Сколько он добавит света в квартиру или в дом. Вот насколько он смотрится, вот знаешь, и с блеском изысканным, да, и в то же время с таким эффектом свадебного платья, фаты. Ты знаешь, Оль, мне кажется, абсолютно всем данный тюль напоминает свадебное платье, но, конечно же, любая женщина любит, чтобы свадебное платье было роскошным. Да. У нас продумано все до мелочей. Вот, посмотрите, обратите внимание, подойдите поближе и скажите, вы когда-нибудь видели, чтобы тюль был настолько шикарно расшит еще и внизу? У нас не только вышивка по всему тюлю, у нас еще и необыкновенно задекорирован низ. Знаешь, такой эффект утяжелителя в том числе, что тоже очень важно. Я очень много роз. Напоминаю, что данные розы это кружево, которое еще задекорировано люрексовой нитью, за счет чего мы получаем столько блеска. А вот посмотрите, увидите, этот цветок, это все вышивка.
абсолютно все. Оль, знаешь, сколько будет стоить вот одна, допустим, такая вышивка, один сколько? Элемент? Минимум 200 рублей в магазине. То есть вот один вот такой цветочек, минимум 200 рублей. А ты посмотри, сколько у нас. А мы получаем 3 метра роскоши. Вы посмотрите, насколько роскошен, насколько он свеж, насколько необычен. Потрясающее предложение. Это тюль «Яркие розы». 1999 рублей цена только на один день, на 3-метровый тюль с роскошной вышивкой. Меняйте свою жизнь к лучшему. Пусть ваш дом будет не похож ни на один другой. Приходя к вам в гости, ваши знакомые, подруги, родственники будут очарованы вашим вкусом. Насколько преобразится ваша квартира? Ну и, конечно, это идеальное решение для первой покупки. Заказывая 2 тюля, можете в одном дизайне, можете в разном, вы получаете свою посылку с бесплатной доставкой. Ой, как это приятно на самом деле, такие бонусы. Но, Оль, я как эксперт, конечно же, хочу еще обратить внимание на стоимость нашего тюля. Я не просто так говорила о вышивке, что она отдельно стоит в магазине. 200 рублей – это минимальная цена. У нас здесь 40 вышивок, не считая того, что у нас низ полностью еще задекорирован. Так вот, метр такого тюля, один метр будет стоить минимум 2-2,5 тысячи рублей. Подожди, но законный вопрос. А как же получилось, что у нас 1999 стоит 3-метровой ширины готовый тюль? Оля, потому что у нас специальные цены от производителя. Только для телеканала Shop & Show. И я хочу еще обратить внимание, Оль, на качество нашего тюля. Ведь это у нас органза. Да. Органза бывает разная. У нас жаккардовая органза, так как у нас вышивка всему тюлю. Но также органза обладает еще и многими уникальными свойствами, а именно наша. Вот давайте как можно ближе посмотрим. Подходите, смотрите. У нас не просто органза, у нас сетчатая органза. Оль, помнишь, ты мне задавала вопрос? Да, это моя проблема. Вот. У меня висит из органзы тюль, и он совершенно не пропускает воздух. То есть, чтобы мне проветрить комнату, мне приходится открыть окно, отдернуть шторы, и только после этого уже ощущаешь прохладу и свежий воздух. А здесь, вы посмотрите, это ваш дом? Вы узнаете его? И это 100% воздухообмен. Это значит, вы будете дышать свежим воздухом за счет того, что у нас сетчатый тюль, он прекрасно пропускает воздух. Ну, конечно, свежая комната – это залог вашего здоровья. Учитывая, что у нас, кстати, сейчас уже осень. Конечно. Все-таки, да, ОРВИ. Комнату нужно проверить чаще. Пожалуйста, ваша комната будет всегда выглядеть шикарно, и вы будете здоровы. Но что очень важно еще, что у нас 2 цвета. Да, каждую вот комнату покажем. Вы можете золотой. Выбрать свой. Да, у нас серебро и золото. Вот насколько они оба хороши, насколько они впечатляюще красивы. Катя, вопрос, как мы будем вешать тюль? Что нам пришивать? Крючочки? Оль, ничего не нужно пришивать. Ничего? У нас готовый отшитый тюль на шторной ленте, которая подойдет для крючков, для крокодильчиков, конечно же, в том числе и для колец. Поэтому у вас займет 15 минут для 100% преображения вашего дома. Не упускайте свой шанс. Закажите 2 тюля, сделайте густую сборку и наслаждайтесь эффектом дорогого дома, убранного и оформленного в идеальном стиле. Современное предложение.